Алегате наиболее известен как третий сорт винограда Бургундии или как бедный кузен более удачливого коммерческого сорта престижного Шардоне. Исследование ДНК доказало, что он является членом большого семейства Пино, в состав которого также входят Пино Нуар, Пино Гри, Пино Минье, Пино Блан и Шардоне. Уже более 200 лет Алегате является частью бургундского винного ландшафта. Наиболее эффективен в винах региона Бургундия и особенно в Бузероне и северной части Шалонеза. Алегате также играет ключевую роль в игристых винах – креманах Бургундии. Алегате – раннеспелый сорт, более морозостойкий, чем его известный двоюродный брат, что дает возможность выращивать его в более прохладных местах. К югу Бургундии, в долине Роны, можно найти небольшое количество посадок Алегате, в основном для купажирования с Шардоне, для создания легких фруктовых белых вин Шатиона-Дюа. Когда дело доходит до условий выращивания, Алегате не такой прихотливый, как многие другие сорта. Он способен производить деликатные вина при выращивании на меловых почвах Бургундии, но также будет себя прекрасно чувствовать и на песчаных почвах, такие, как встречаются в Роне. Казалось бы, не очень логично, что эта выносливость так понизила статус Алегате до полезного и надежного, а не таинственного и загадочного. Любители вина и производители, естественно, тяготеют к таким сложным сортам винограда, как Пино Нуар и Небиоло, которые трудно выращивать, но в результате получаются более многогранные вина. Несмотря на то, что Алегате известен как французский виноград, его выращивают и в других местах. Особенно он популярен в Восточной Европе. Тысячи гектаров в настоящее время засажены им в таких странах, как Болгария, Румыния, Молдова, где вина Алегате имеют своих поклонников. Посадки в этих странах во много раз больше, чем на родине сорта, на востоке Франции. Вина из Алегате производят и в России. Их можно найти в линейках виноделен Фанагория, Шато Тамань, вина Арпачино, Саук-Дере и других. Из Алегате получаются, как правило, сухие вина с цветочными и травяными нотами, усиленные высоким уровнем кислотности сорта. Лучшими гастрономическими парами для Алегате могут стать салаты с крабовым мясом, копченая рыба и даже блюда японской кухни, например, пельмени гёдза. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски «Виноголика».